three, four! Всем привет! Вы на канале Али Мани. Пришла посылочка. Да. Мы не знаем, что пришло. Оценено в $2. Так. Сейчас будем распаковывать. Да, будем распаковывать. Тут поверх наклеена наклейка этой таможни в Грузии. Порвано немножко. Да, да, порвано. Либо почта в России, либо... На таможне. Так, лучше, мне кажется, где-то тут открывать, потому что... Да. Так. Волнительный момент. Я ставлю ставки на наклейки. Так, ну мне тоже кажется, что это наклейки. Да. Да. Так, наклейки. Так, блин. Неохота рвать. Пупырка есть, да? Да, пупырочка есть. А. Доставай пока, давай внутренний посмотрим, да. Как нам заупаковали. Тоже, кстати, картоночка, как в том. Вот, ну, пупырка обычная, да. Мы заказывали у разных продавцов, да. Но все-таки картоночка тоже есть. Давайте, поехали. Тут уже должно быть 50 штук наклеек. В тот раз было у нас 100, сейчас должно быть 50. Так, давай картоночку. Да. Мне картоночку дай заценить. Вау, вот это так. Очень... Так, ну мы эти наклейки кладем пока, чтобы вы их не видели. И Егорка начинает их. Вон сюда их рассматривать и ложить. Так, ну первое это, я не знаю, что это такое, вообще какой-то зонт. Да, на пляжный зонтик похож. Так. Потом прикольный котик в очках с бантиком. Все как надо. Мур-мур. Да. Дальше надпись, кстати, не очень хорошего качества, если видно, то маленькая лесенка, как видно, лесенка. Это у нас девушка GTA какая-то, по-моему. Ну да, похоже на тоже какая-то Мэри Поппинс, как и в прошлой части было. Да, как-то. Так, ну и наклейка какая-то не очень тоже. Тоже непонятный квадрат, смысл. Да. На дворе 2К16, и это прямоугольник, то есть. Да. Так, ребят, вот это врум-врум написано, короче, на наклейке. Это я мотоцикл. Фокус, это пойдет Максу на питбайк. Да, опять зашкварная наклеечка. Стой, это, по-моему, реально как по рублю наклейки. Да, жвачки. Лол, я... Ребята, это знаете, как будто из картины по сочинениям, когда пишешь в школе. Да, да. Вот вырвали, отрезали и приклеили. Сделали как наклейку. Это вот тоже прямоугольное, ой, квадратное. Ну тут это Vans. Vans, да, но это больше уже будет. Да, но это получше больше намного, нравится. Чем... Тоже, мне кажется, косячно как-то вырезали. Или нет, нормально. Нормально, нормально вырезали. Посмотрим, как они клеятся. Так, вау, Барт, прикольно. Кстати, наклейки такие матовые, что ли, вот такие вот. Более матового по качеству такие, по ощупь. Такие, да, но не прям гладкие. На свету он кажется зеленым. Чё, ребята? Ну, да. Не, на камеру это не передать. Мне кажется, он зеленый. На камере желтый? На камере желтый. Лол. Зелёный, ребята. В жизни зеленый. Честно говорю, может, камера так, конечно, передает, но в жизни он серьезно прям зеленый. Прям очень видно. Так. Это бред, ребят. Это бред. What the fuck, мы. Это. Подожди, это. Это просто no comment. Это еще один квадрат, боксерский клуб написано. Ну тут хоть белая котовочка есть, более похожа на наклейку. Так, ребята, они не могли постараться. Кет Венс тоже какой-то прямоугольный. Подожди, дай-ка фокус мне. Ребята, сейчас. Ребят, ну это бред, блин, лол. Ну это, ну, но куда этот прямоугольник вы наклеите? Ну, это... Сейчас фокус поймаем.
Ребят, ну куда вот это наклеить? Ну это вообще бред, прямоугольник. Причем тут прямоугольник? Так. Ну, это знаменитая Мишлен шины. Да, да. Че, к чему вообще в этих наклейках? Я, ребята... О, вот это я вот... не помню, как его зовут, но это крутой это... чувак. Да. У него рот на камере, кажется, раньше. Так. Ребята, следующий у нас из это... Из Марио Грибочек. Да, Грибочек. Кстати, это у нас свет все-таки за света. Это шляпка вот тут вот красненькая. Ребята, это что такое? Подскажет мне. What the fuck? Ребята. А-а-а! Это из 2x2, ребята. А, типа, чувак, смотрите, да. Это из 2x2. Чувак такой. А я смотрю, так не могу понять, да, что за бред. Вот, чувак. Да. Если честно, я просто нечаянно доходался. Опа, на. Так, опять склеенная наклейка, как бы, в прошлой части. Что тут написано у нас? Мотор Харли Дэвидсон. А, это Харли Дэвидсон, типа, мотоциклист был раньше такой. Может, сейчас, если не, точно не знаю. Так. Следующий на очереди. Обезьяна ЕС написано у меня на футболке. Так. Все-таки мне кого-то напоминает. Да. Не будем его имя называть. Так. В целях безопасности. Так, вау, тут прикольно, кстати, наклейка. Да, гангста девочка, опасная девочка. Написано In the name of the moon, this is a hold up bitch. Ребят, я не учу английский, так что... О, ребят, сигареты. Фу, плохо. У нас в прошлой части было против сигарет наклейка, вот тут сигареты. Это не... Лучше бы вейп был бы. Да. Так. Ну опять наркота, опять косяк. Это же не было в прошлой части. Да, у нас косяк был там. Может, плохо видно, у нас вот такая наклейка была. Это похож на Виктора Цоя. Ну это какой-то Джеки Чан, походу, или что это? Да, с нунчаками стоит. Модный такой. Чувак. Так. Опа-на. Опять клейка была. Так, той машины, игрушечная машина написана. Такой, фиг знает, не пойми что. Кстати, он красный, не оранжевый. Это камера. Так. И вот это она более зеленая. Да. И вот это более натуральная человеческая кожа, ну похоже. Так, опять наркота и радужная, и все понятно. Так. Билет в Канаду написано. Какой прикольный. Прикольная наклейка. Пойдет какой-то. Минималистическая. Так. Наклейка Нью-Йорк. Ну, стандартная это наклейка кто? Нью-Йорк. Тамблер или кто? Там Нью-Йорк или что? Связано. Так, это у нас опять с мотиком связано что-то. Да. Wild and Free. Такая вот наклейка. Так. Так. Тут у нас такие... Что, это из какого-то мультика под... Короче, японский тоже что-то с мультик. Да. С мультик. При чем тут? Просто, ребята, да. Ну, пацаны и Адидас, ну при чем тут? Ну вы опять прямоугольник. Я понимаю, типа модники, типа все дела, ну, бред. Так. Бесплатное написано. Вот. Фокус что-то не хочет ловиться, да? Вот, да не трясись. Чтоб фокус поймали. Так. Написано бесплатное. Так. Шлюпка. Да. Вот. GDM. Такая корона. Типа плавится. Здесь такая вот корона. Пока качество хорошее, не сказать вот. Да. Так. Мне кажется, наклейки они тонковатые. Мне кажется, они будут промокать, если вот. Ну да, кстати. Так. Так. Какой-то рокер опять. Ну. Чё к чему эти фотки? Я вижу одну зачетную фотку, но она прямоугольная. По-моему, была у нас такая наклейка, да? Не-не-не. Ещё такое. Мопс. Мопс дядя пёс. Фарту мастил. Так. Пока вот столько наклеечек, там мусор у нас. Ну и вон еще. Вин. Да. Венс. Венс, да. Так, тут у нас опасная пандочка. Помню, раньше был такой мультик на Jetix. Ну не панда, там были эти.
Там красненькая, черненькая. А, да, да, да. Она за ним постоянно бегала. Да. Бегала. Так. Ох. Крик у нас тут. Зачет, ребят, зачет. Прикольно, кстати, наклейка. Втащила, так сказать. Да. Так. Бредовая наклейка. Даже обсуждать такие неохоты. Еще и качество такое, знаете, старинное. Ну, я бы не сказал, ну... Old school, так можно сказать. Ну, чё-чё вообще, это просто реально из картины то же самое вырезали. Так. Зашквар, короче. Так. Marlboro. Опять сигареты, ребят, сигареты, фу-фу-фу. Так, ребята. Marlboro. Ребята, сейчас у города наклейка, и просто, как думаете, чё? Она просто упоротая, ребят. Вы все ее знаете. Макдональдские все, кстати, качество наклейки не лучше. Да. Видели? Кстати, вот, ребят. Размытое лицо у этого. На пропера похож. Так. Подожди, стой, не шевелись, у меня фокус ловится. Фокус, ребята, не хочет. Во, поймался. Такая вот. Так, такая есть. Опять со скейтом. Девушка со скейтом, уже были такие наклейки, даже две. Вот. Ну, в прошлой части. Сейчас, конечно, повторения пока нет. Ну, кулак. Ребята, у нас череп. Волосатый череп. Чилкаст. Да, чилкастик. Так, следующий, вот. Давай. Бэтмен, кстати, прикольная наклейка. Ну, качество вроде тоже хорошее. Да. Так, ребята, следующую идем. Я буду уже положить. И мы их пересчитаем. Блинт. Читаю. Как-то... Да. Немножко зашквар. Немножко. Лев, кстати, прикольная наклейка, прикольная. Сейчас сори, прям так сильно дернул камеру. Во. Во. Такой вот лев. Так. Это типа Джокер Эйнштейн. What the fuck, ребят. Да. Вот сделали бы его не квадратным таким, а вот с белой окантовочкой, это было бы круто. Так. Так, let's travel. Типа, пойдем путешествовать, ребят. Чемоданчик такой, ну, не ты очень. Ты знаешь, как будто из турагентства вырезали. Ну да. Наклейку. Своим покупателям, как посетителям. Да. Так. Рокер. Вот я одну вижу. Такая наклейка, ребят. Нестандартная, я бы сказал. Сигареты опять. Зажигалка. И качество очень плохое. Ребята, я опять по камере ударю. Я вижу... Качество плохое наклейки. Да? Ребята, сорян, что? Так, ребят, осталось, стой, две наклейки. Я вижу, их надо сразу две показать, но, блин, мне нравится правая, но левая не нравится, это полный зашквар. Показываем их две вместе. Это как бы два Барта. Ребят, вот смотрите, доказывает, вот там Гомер висит, почему он черный, он что, загорел? Да. Видно. Качество плохое. Ребят, ну вот этот Барт мне нравится. Да это нормально. Так, ребят, ну повторений нет, вот видите, вот все наклейки, вот все. Повторений нет. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь. Восемь, сорок девять, пятьдесят. Ребят, да, все-таки нас не обманули, ровно 50. Повторений нету, но есть много некачественных наклеек. Качество некачественное. Да, и они такие. Качество некачественное. Но они очень тонкие по сравнению с теми. Серьезно, ребят. Мне кажется, они от воды промокнут. Да. Ладно, подводим итоги. Эта посылка стоила, по-моему. У нас $2. $2 дешевле на доллар, чем это прошлое, тогда наше. Получилось 100
Ой, да. 100 наклеек? 140 рублей, я имею в виду. А, 140 нет, рублей. 256 рублей, я в описании писал. Нет, это вот это, вот, я про вот эти. Вот эти, да, 140. 140, да, получились они стоят. 190. Почему, если 2 умножить на 70? Доллар 70? Ну тогда доллар 70. Ну, что-то дальше в описании увидите. Вот. Пока спорить не будем. Ну, ребят, в принципе, довольны, но все равно недочеты есть. Ну и всем пока. Давайте. До скорых встреч.